Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Ну что, бойцы, начинаем военные действия. Пристегните свои ремни, затяните резинку на трусах, потому что видос придется досмотреть до конца. И прошу вас! В конце, как все досмотрите, пожалуйста, оцените мой ролик лайком, либо дизлайком, именно за мою работу, за мои старания. Я собрал всю информацию, я все переживал, вас проинформировал и сделал кое-что очень важное, поэтому я жду вашу оценку. Ну и ваше мнение в комментариях, я все читаю. Ну а мы с вами, ребят, задерживаться не будем, а сейчас мы просто пройдемся по всему стриму от начала до конца, чтобы вы купали, что происходит. Это для тех, кто в танке. И постепенно будем двигаться по ролику. Поэтому первая часть, алкострим Влада Гантели и макияжа. Первые часы у нас как обычно. Заливается тело, все весело, донаты, видосы, чат, шутки, приколы. Мы с вами перескакиваем на часы вперед, и здесь у нас вдруг выносится дверь. Здесь вроде как все понятно, и тут мы едем дальше. Мы с вами переносимся еще на много часов вперед, когда под руку попадает Юля Малая и Реваз прямо на стриме. Юль, раздуплись. Твой Реваз пидор, и ты пидораска. Вот и все. Раздуплитесь оба. Твой Реваз скиснет завтра нахуй, а ты будешь сыром скисшим всегда. Брат, мы ее подняли, сука, эта дура под Реваза залегла нахуй. Блять, она залупа. Разбираться, по сути, здесь у нас не в чем. Очень грубый наезд на Малую за ее неправильное поведение, как решил Влад. Попытки наехать на Реваза вообще не закончились успехом. Он совершенно нейтрально к этому относился, на все оскорбления, на все выкрики. Реваз, твою Малую пидорася, ты даже не можешь ступиться нахуй, алло. Ну шо за лупа, здорово нахуй. Так, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, мы тебя въебало ебли нахуй, здорово за лупа. Я к тебе настроен реально негативно. Здесь... Ты меня слышишь, хуйня? Ты меня слышишь, хуйня? Хуйня, воу, алло. Прикинь, хоть мы с тобой не знакомы, но за Юлю я буду бороться максимально, прикинь. Твой Реваз пидор, и ты пидораска. Но за Юлю я буду бороться максимально. Пидораска. Ты с ней в жизни встречаешься? Ну да. Ну, она мне просто нравится, нам хорошо вместе и все. Мы с тобой типа не знакомы, как бы вот, и ты как бы сам не знаешь, кто я такой. Я, в принципе, как бы твои стримы, твои ролики как бы видел. Я знаю, что ты как бы и Маки, я тоже как бы смотрел, у парень как бы веселый и нормальный. Как бы я вас как бы уважал до этого, да и сейчас, в принципе, уважаю. Марьёш, там что-то там, и вас там, блядь, и Балоро, конечно, там что-то. За Юлю буду до конца биться. Я вырастил, я ее и, блядь, и убью нахуй. Почему вот так вот? Юля благодарна тебе за это и всегда будет благодарна, всегда будет помнить об этом. Прикинь, почему не наши писюны у нее во рту, ебать. Она охуела тогда, получается? Она охуела? Ой, ты сейчас сотрянная хрень полностью. Не, брат, ты не прав, ты не прав, ты не прав. Ну, ну что, девушка должна за это хуй сосать по-любому? Конечно, конечно. Какая-то залупа Юля Малая нас тут нахуй ебать травит нахуй. Твой Реваз пидор, и ты пидораска. Я захожу на ее стримы, я не могу посидеть на них даже 5 минут. Потому что я понимаю, какая она стала хуйней. Так она себя ведет как хуйня ЧСВшная, сука. Да хуевая охуенно, ребят. Да хуенья хуярю. Нагоняла себе хуйни до хуя и себя нихуя не представляет. Хуйни до хуя нахуярила, нахуя. Прикиньте, я когда на кента газую, а он на меня не газует. Блин, мне так... Все, ладно, Реваз, извини, пожалуйста, натуре. Извини. Блять, как она меня, сука, бесит тем, что она, сука, реально вот такая вот. Ну реально, прикинь. Залупа, она залупа, реально. Она закиснет, нахуй. Она закиснет из-за меня. Я качаюсь, нахуя? Нахуй я качаюсь, ебать? Для чего? Нахуй я качаюсь, ебать, эти фотки выставляю. А она с тобой дрыщом мутит, нахуй. Да какая она девочка, сука, она пидораска галимая, нахуй. Не, она пидораска галимая, поверь. Блин, честно, извини, пожалуйста, что я на твою девочку так наговорил. Я понимаю, что это некрасиво. Честно, у меня к ней никакого негатива нету. Сука, залупа. Она реально залупа, начала звездиться. Парень совершенно нейтрально относился ко всем предъявам, ко всем оскорблениям и не собирался агрессировать в ответ. С чего сам Гантели даже немножко прихуел. Прикиньте, я когда на кента газую, а он на меня не газует. Блин, мне так все. То есть на данный момент у нас есть пока что оскорбленный Реваз просто так и оскорбленная Юля тоже просто так. Через какое-то время все переходит на Марас. Каким образом? Гантели просто берет, донатит ему 1000 рублей и говорит, что извиняет Мараса за его
плохое поведение. Конечно же, после этого все засваниваются в Дискорде, начинаются вот эти типичные разборки, ну и приводят к полной жести. Просто фаталити. Давай, вот мой сын, давай. Чё ты через меня-то передаешь? Расскажи, кого ты там... Ого, да? Да, ну давай напрямую, рассказывай, вот же сын. Чего? Такая ты ж, Саня, шляпа. При том, что ты понимаешь, как мне стыдно было за эти слова и за то, что я сказал. Тебе? Вот давай я скажу, как есть. Это мое субъективное мнение. Не, я... ну конечно, 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 конечно. Это накуриться, хоть я и знаю, и хоть я и сидел вчера у тебя ночью на стриме, и ты дал слово, что до 22 года не будешь курить. Это... Прикинь. Зайти ко мне на стрим, обосрать, потому что тебе уже не терпится все равно, ты не можешь успокоиться. Это я готов получить по ебалу за те слова. И пятое, я готов дать тебе по ебалу при встрече. Вот это все, что сводится до твоего общения. Поправься на чуть вебку, у тебя видно хромакей, Санечек. Чуть вебку поправь, молодец, ты, спасибо. Ты говоришь, что вот я поймал звезду. Сань, подожди, донат, секунду. Сань, донат, подожди секундочку, брат, донат. Кстати, он обкуренный, Сань, я обкуренный, прикинь, говорят. Донат. Сейчас, подожди, Сань, донат, подожди секунду, донат. Сань, подожди. Секунду, донат, ну ебаный в рот, Сань, извини, пожалуйста. Опять донат, сука. Спасибо за донат большое, спасибо. Я тебя прощаю за твое поведение. А что не так с моим поведением? А ну давай. Ну потому что, ну, ты себя ведешь очень некрасиво. Я? С аудиторией. Да, конечно, я ты. Я с аудиторией? Да, а да, не, да. А не ты сегодня на стриме говорил про девушку, которая тоже на ютубе стримит, я не буду упоминать ее, что ты ее рот ебал, и что ты ее породил, и ты ее изгнобишь. Не ты? Честно, во всем этом споре ничего нового вы не услышите, поэтому вставлять я даже не буду его. Этот конфликт затянулся уже на 2 или даже на 3 дня. А мусолят одни и те же темы. Даже те темы, которые еще обсуждали и разбирали 1.5 года назад. Во время разговора совершенно случайно у нас упоминается Артур Лейджокер. И не то что упоминается, а высмеивается на стриме. Теперь конкретно, что меня реально задело, да? Это только ситуация с тем, как он прокомментировал мою музыку. И задело меня не то, что он сказал про мою музыку хуёво. Мне похуй, понимаете? Много кто застирает мою музыку. Меня обидело, что в каком ключе он это сделал. Потому что я считал его своим другом. А ты слышал его трек новый? Блядь, такая, бля, хуета, пиздец. Бля, Артурчик, брат, Артурин, ну начни треки нормальные ебашить. Ну ебаный в рот. Артуха, брат, это ты? А, нет, это хуйня. А, ну хотя да, цепи, Артуха, ладно, сори. Ха-ха, прикинь. Артуха, иди нахуй. Артуха, иди нахуй, залупа. Бля, такая, бля, хуета, пиздец. Это высмеивание, да. Причем вот лицом это. Мне говорит одно, а за спиной другое. И следующий момент, да, это то, что Влад Гантеля опять угрожал набить ебало. Блять, классическая его стероидная хуйня, да? Я очень надеюсь, мы в этой жизни больше никогда нахуй не встретимся, реально. Какая ты, Артурчик, сука, блять, хуесоска, нахуй. Бля, я бы тебя ебало набил бы, когда встречу, нахуй, на туре, я тебя ебну раз, дури ебаная, на туре. В лицо человеку соврать, сделать вид, что поддерживаешь, а на деле обоссать и высмывать на 10 тысяч человек. К сожалению, даже эту ситуацию все не видят так, как нужно ее видеть. Неважно, что вы делаете, в данном случае выражайте свое мнение про кого-то, но его надо выражать с уважением к человеку, ведь вы друзья, что Влад, что Гантеля. Как тогда можно было сразу так грубо высказаться про своего друга? А вы только представьте, как бы вы себя чувствовали, когда вы самый чистый человек во всей этой ситуации, и вас просто приплетают ни с чего и высмеивают на 10 тысяч зрителей. Я очень сомневаюсь, что вы смогли бы молчать. Я очень сомневаюсь, чтобы вам это понравилось. Ведь когда даже просто мнение выскажут, тебя это уже может задеть, потому что огромное количество людей это услышат. Но когда тебя высмеивают, это жестче в несколько раз. А ты слышал его трек новый? Блядь, такая, бля, хуета, пиздец. Артуха, брат, это ты? Артуха, иди нахуй, залупа. Сказал бы ты такое мнение про Макиашера, точнее не мнение, а сказал бы ты в таком тоне, с такой подачей про Макиашера на 10 тысяч человек. Осмеялся бы ты его высмеять, своего настоящего друга и брата. Потому что если кто-то здесь и лицемер, то скорее всего... Ну тогда ты. А самое смешное то, что после этой ситуации, когда Артура высмеяли, только тогда я решил за него заступиться и в итоге стал самым главным врагом всего этого конфликта. После этого всего подключается еще и друг Мараса Растян, который выступал за сторону
Мараса, подключается Митин, который то ли имеет претензии к Марасу, то ли просто заступался за Гантелю. Честно, что было дальше среди Митина, Растяна, меня не сильно интересовало, поэтому, если хотите, досматривайте дальше. Ну а мы переходим к следующей главе. Глава вторая. Мнение нашей аудитории. Я специально обзвонил очень много людей, чтобы не только прочитать их мнение, как они пишут в чате, либо в постах ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте, поверьте, есть что читать. А вам нарезка, которая покажет вам не кто прав в этой ситуации, а которая покажет вам, насколько же все же много мнений, насколько они все разные, и покажет то, что мы никогда не придем к единому решению. Виноваты двое, реально. Я считаю, что Марас виноват. Ребята, Брулев залупа. Я считаю, что виноваты все. Марас плохой человек этот, и продажный. И я считаю то, что не правы все. Короче, не прав ты, потому что ты не прав. Это я, Лионель Месси. Не прав ни Марас, ни Гантель. Как я думаю, в этой ситуации не прав Гантель. Лично я считаю, что они оба не правы. Это когда на конфликт можно было завершить тем, что Гантель мог просто извиниться и все. Но они начали звать своих друзей и в итоге были затронуты практически все сам ютуберы. Я хочу сказать, что они не правы. Они никогда не были правы и не будут правы, потому что они не правы. Я хочу сказать, что он не прав, Гантеля. Районный прокурор при галстуке с портфелем. Вот этот Марас, когда Растяна, блядь, позвал, вот это вообще, типа, неправильно. Марас, и он не прав, потому что нужно было один на один разговор. Судья обряд одел. Гантеля начал гнать на Лайджокера. Лениво начал тему. Юлию Рева за немножко так именно, ну, по-грубому к ним отнесся. И все. Это максимум, за что мне стыдно. Глава третья. Финал. Да, этот ролик затронул весь конфликт. От начала, ну, почти до конца самого, да. Я ответил на многие ваши вопросы, я выразил свое мнение, и больше к этому возвращаться я не буду. За все года мы кучу раз ругались, мирились и что-то вечно между друг другом не делили. Вечно держали в себе какие-то претензии, которые сами себе придумывали. То, что мы тут кем-то недовольны, это лишь только наши проблемы, которые держатся только у нас в голове. Одному не нравится, как ведет себя Марас, так это ж твои проблемы, это у тебя в голове. Отпусти это, и тебя это больше не будет волновать. Другому не нравится, как выражается Гантеля. Отпусти это. Ты же можешь это не слушать, это твоя проблема только. Тебе не нравится, что Брулев выставляет какое-то видео. А какая тебе разница? Забей болт. И сейчас я хочу перешагнуть всю свою гордость и все обиды. В этом видео я хочу искренне извиниться перед каждым за все года. Что у нас было, что у нас не было. Я хочу извиниться перед каждым. Первый у нас будет Сергио Ревас. В последнее время, наверное, если я и с кем-то цапался, то только с тобой. И, наверное, и вправду сам же только это все и провоцировал. Вроде и шутил, но с другой стороны и перебарщивал. Даже после того разговора с тобой в Дискорде как-то ничего не поменялось. Поэтому сейчас я хочу принести свои извинения перед тобой. И пообещать, что больше никакой агрессии, никаких придирок, а только позитив будет идти с моей стороны к тебе. Я надеюсь, ты это примешь. Марас Шакур, за недавние действия я уже перед тобой извинился лично ВКонтакте. Сверху хочу попросить еще извинения за свою агрессию, которая еще осталась с давних времен и проявлялась в очень редких случаях, то ли под алкоголем, то ли еще под плохим настроением. Я даю себе отчет, что я тоже делал неправильно, что я тоже мог иногда задевать или подсмеивать. Опять же, я прошу прощения и обещаю, что такого больше не повторится. Артур Лайджокер, пошел нахуй. Юля Малая. Извинения за то, что, наверное, когда происходил весь этот стрим, и над тобой смеялись, очень агрессивно шутили, вот, и, наверное, и вправду мой косяк был, что я это все не остановил или сам уже не заступился. Даже в сторисах Инстаграма я уже на тот момент говорил, что я с этим не согласен. Но надо было действовать, а не просто говорить, поэтому извини и... Да, все будет хорошо. Артур Митин. Единственное, за что и вправду вот я хочу извиниться, я и вправду мог довольно часто выразить свое мнение, что ты делаешь так, ты делаешь ради того, ты такой, ты сякой. Я по-прежнему буду говорить мнение, но впредь мое мнение больше никогда никого не оскорбит. Я во всяком случае буду стараться. Поэтому Артур Митин, Оля, мы с вами общались, и даже вот недавно буквально, да, опять конфликт этот весь был. Я извиняюсь, и... Если вы принимаете мои извинения, то я обещаю, я постараюсь, что такого больше не будет. Макияшер, я очень надеюсь, Максик, что ты относишься ко мне так же, как и относился. Никто тебя против меня не настроил, у тебя есть своя голова. И да даже если я тебя и вправду обидел, если ты заступаешься просто за Владу Гантель, то тогда тоже в очередной раз, в очередные извинения
но зато перед всеми сразу. Ну и последнее, это у нас Влад Гантеля. Честно, мне очень обидно. Все же сценарий этого ролика, который был написан еще пару дней назад, изменился. Представьте, как я себя ощущал. Ведь на второй и третий день после этого конфликта я старался переварить всю эту информацию, преподнести вам и постараться всех помирить, перед всеми извиниться, пока я работал над роликом, меня продолжали поливать грязью. После того, как я проговорился, что я и вправду буду перед всеми извиняться, от Влада Гантеля я услышал слова, чтобы я засунул свои извинения себе глубоко подальше. А я и вправду рассчитывал, что не то, что ты меня простишь, тебе не за что меня прощать-то. Я рассчитывал, что ты не променяешь всю эту движуху на нас, ведь получается так, что из-за пару слов, из-за возражения и из-за того, что тебе просто не понравилось, что я заступился за Артура, а после этого сделал какое-то видео, в котором просто сказал, что ты не прав. Я тебя даже там не оскорбил. Блять, ну ладно, залупой назвал. То есть ты на протяжении чуть ли не двое-трое суток имеешь право оскорблять кого хочешь, а потом просто сказать «извините», и все и вправду закроют на это глаза, как было с Юлией и с Рывазом, да? А я, значит, заступиться за Артура, за то, что ты его высмеял, и высказать свое мнение в своем видосе, где я тебя даже не оскорбил. Права я не имею. Как можно третий день посылать человека нахуй, говорить «засунь свои извинения в пизду», когда он, то есть я, сам же иду навстречу, сам же хочу извиниться, сам же хочу всех помирить. Но если ты не хочешь мириться, а если ты и вправду такая Буся, Дуся, Пуся, ну сиди тогда дальше и задумайся, кто здесь взрослый человек и кто здесь обиженка. А самое главное, я очень надеюсь от каждого из вас, перед кем я сейчас извинился, увидеть в комментариях слово «извини». Извинения не передо мной, извинения не перед кем, извинения сами перед собой. Вы же прекрасно знаете, что, ну, за все это время, ну, натворили вы херни, как и все остальные. Сергей Ревас, Мараш Шакур, Артур Митин, Макияшер, Юля Малая Ревас и все остальные. Я искренне жду от вас слова «извини», и тем самым я пойму, что вы меня простили, я вас простил, если вдруг будет за что. Я очень надеюсь, что никто из ютуберов ломаться не будет, переступит через свою гордость, если она есть, напишет в комментарии то, что, скорее всего, просто должен. А если вы, зрители, хотите мне помочь, если вы тоже устали от этого всего, если вы хотите, чтобы все, наоборот, помирились и снимали лучше коллабы, нежели срали друг друга несколько дней, зовите ютуберов, которые вмешаны во все эти конфликты, и направляйте их, чтобы они мирились, ведь это круто, если мы все помиримся. А я даю обещание, что в 2021 году я реально постараюсь не допустить ни единого конфликта и никого не задеть. Гантеля тебя не оскорблял. Очень дурная ситуация, вы меня просто неправильно поняли, и я неправильно выразился. За это я извиняюсь, надеюсь, вы это приняли. Я говорил именно про манеру речи и отношение не только ко мне, но и ко всем остальным ребятам. Вы же сами видите, сколько агрессии было пролито за ту ночь. И не надо врать сами себе, вы это видели. Вы видели, сколько людей были оскорблены и сколько вообще оскорблений вылетело. И это уже неправильно. Даже если опустить ту тему, что меня в грубой форме так отшили, хорошо, наверное, правду принял близко к сердцу. Но высмеивать человека на 10 тысяч зрителей просто так, но на секунду задумайся, не как ты мнение выразил, как ты аудиторию посмешил, либо еще что-то. Ты на секунду задумайся, как ты Артура оскорбил. Врулев переобулся и резко начал подлизывать Мараш Шакуру. И вы знаете, откуда такое сделали вывод? Это из-за того, что я назвал его в своем видео не Марас, не Саня, не Шакур, не Александр, а Санечек. Эту предъяву мне кидают зрители Гантели. А самое смешное, знаете что? Что сам же ваш Гантели называет Мараса Санечком. Я очень дико сомневаюсь, что я кому-то подлизал, назвав его Санечек. Я затрагивал родителей Мараса. Это я услышал на стриме во время конфликта, сам я этого не знал, как бы это странно ни звучало. Поэтому сразу же на следующий день я написал Сане Марасу лично, а он мне сказал, что и правда такое было. Я сразу извинился, и за это мне реально стыдно, потому что такие действия я не делаю, я их не поощряю. Брулев решил хайпануть. Это самое абсурдное, что можно вообще предъявить. Ведь за протяжении всего стрима я не появился в Дискорде, я туда не просился и не собирался даже заходить, если вы пригласили. Я не запускал стримы с названием «Конфликт Мараш Шакура и Влада Гантели». Но если вы говорите, что кто-то хочет на этом навариться, то это уже явно не ко мне, а к другим ребятам. О чем речь, когда я хочу уже второй день закончить этот конфликт? Когда я говорю, что успокойтесь, перестаньте, хватит. Даже в своем видео я ничего агрессивного толком не сказал, я просто зацепился
перекрыл тему и сказал, что это перебор. Это третий день подряд, как я снимаю это видео. И все эти дни по-прежнему идут стримы, и по-прежнему все друг друга оскорбляют. Кто здесь хочет хайпануть? Я искренне благодарен тебе, что ты досмотрел до самого конца. Я надеюсь, ты понял посыл ролика, что я лишь просто пересказал всю ситуацию, защитил себя, ответив на популярные вопросы. И просто дал реальное, чистое извинение. Я сделал первый шаг, чтобы все это прекратить. Дело за вами. С вами был Ярослав Брулев. Не ругайтесь и живите дружно. Всем спасибо, всем пока.